Всем привет! Сегодня мы хотим вам показать бюджетный мультиметр от производителя Unit UT136B. Давайте начнем с комплектации, что находится в коробке. Итак, в коробке у нас находятся щупы, сам измерительный прибор и вкладыш инструкции. Начнем, наверное, с инструкции. Инструкция на английском языке, отложим ее сразу. Сами измерительные щупы идут без защитного колпачка в комплектации. Достаточно хорошего качества, видите, вот легко гнутся, их длина составляет около метра. Сам измерительный прибор стандартных цветов Unit. На передней панели у нас находится экран, разъемы для подключения щупов. Прорезиненный красный корпус, не съемный идет. На задней панели отсек для батарейки, батарейка крона и ножка-подставка. Включается у нас прибор с помощью поворотного переключателя. Первое это идет постоянное напряжение, дальше переменное, следующее сопротивление. Потом у нас идет режим многофункциональный. С помощью кнопки Set вы можете выбирать между измерениями, между тестированием диодов и звуковой прозвонкой, измерение емкости и измерение относительных измерений, также с помощью кнопки Select. Чистота и скважность. Дальше у нас идет измерение тока. С помощью кнопки Select вы можете измерять постоянный и переменный. Функция удержания данных, Hold. Также прибор обладает индикацией низкого заряда батареи и автоотключением в течение 15 минут бездействия. Вот и все, что хотелось сказать про данный прибор. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.